24-этажный дом на 190 квартир для военнослужащих будет сдан в эксплуатацию в микрорайоне «Снеговая Пать» во Владивостоке в этом году. Губернатор заявил, что для них правительство края создаст всю необходимую социальную и инженерную инфраструктуру. Мы со своей стороны должны провести туда все необходимые сети, вот, обеспечить тех присоединением. Вот, то есть там рядом будет строиться школа на 1275 мест. Поэтому переговорили о том, чтобы нам предоставить участок для газовой котельной. Вот. Ну и будем сейчас синхронизировать свою работу с тем, чтобы строительство этих домов и сдача обеспечивалась необходимой инженерной инфраструктурой. Строительная готовность остальных четырех домов в среднем составляет 70%. Их планируется сдать в течение 2024-2025 годов. Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка осмотрели 6 домов в Снеговой Пади. Один из них готовится к введению в эксплуатацию и предназначен в том числе для участников специальной военной операции, бойцов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.